Также сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что заместитель полномочного председателя правительства России в СКФО Андрей Конин вручил благодарственные письма от полпреда Юрия Чайки за профессиональную службу и военно-патриотическую работу военному комиссару Карачаева-Черкесии Сергею Белобородову и его помощнику Тахиру Бодракову. Рашид Тимрезов выразил благодарность полпреду и его команде за высокую оценку работы сотрудников военного комиссариата республики, а также уровня взаимодействия органов госвласти, депутатов, общественных организаций по поддержке военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и членов их семей. Он отметил, что постоянно ощущается поддержка полпредства как в организационных вопросах, так и их практическая помощь. Наши земляки, военнослужащие, с честью и профессионально выполняют боевые задачи в зоне СВО. Им постоянно оказывается помощь. В этой работе принимают участие жители республики, различные государственные и общественные организации. И сегодня видно, как с каждым днем растет уровень патриотизма граждан и гражданское единство. Мы верим в Россию, верим в нашего президента и в то, что обозначенные главой государства цели обязательно будут достигнуты, подытожил глава Карачаева-Черкесии.